Вера принимает. С миром! Чай. Чай, компот, орехи, детские были. Мокрый что там, батюшка? А? Что там мокрый весь? На рыбалку ходил, рыбачил. Так может к печке? А? К печке там и жарче, да, и жарче. Послушай, сейчас тепло. Ничего, что я по улице проезжал, и так печеным хлебом пахнет на улице. Ну, так это Юра постарался. Может, на запах у батюшка есть? Печет он там. Сейчас прямо вынул одну партию, вторая. Вон, видите, вино мне. Ну запах на улице, я проезжал, говорю, запах прям пахнет. Ну это труба хорошая. Как в пекарне. Труба хорошая. Сейчас налетят, сейчас налетят. Вы от нас без хлеба не уходите. Вы что, рады, что дождик или нет? Не могу. Ну как слава богу. Хоть барбашу польет там. Ну и вам отдышка будет. Ну и нам тоже, да. Ничего, значит, не шибко. Небольшой, говорит, дождышка, все вот дыря мандышка. Так что совесть. Ну ладно, бывайте тогда, все, хорошо, хорошо. Ну сейчас у вас там градом ничего не побило, батюшка? Кстати, градом. Я не смотрю, это градом мелкий бил. Ну ничего, все равно бил хорошо. Да? Все равно бил. Ну какой, как горошинка. Лоточек чихает. Все, все, понял. Ну что, не знаю, что ли? Все, извиняюсь. Вон было где-то... Извиняюсь, знаешь, что такое? Ничего. Ну, на юге там. Извиняюсь сам себя. Град прошел, куриное яйцо. Там машины по количеству сколько, окна разбивало. Простите. Представьте, что такое. Ты кровь, а ну все, я тебя услышу. А извиняюсь, это когда есть 4 парни. А? Ну нормально, я понял. Все нормально. Ну вот было, сейчас. Ничего, нормально. Ну нормально. Сейчас кошка. Я не знаю, просто. Да садись с номер, поешь. Нет. Я дома есть. Да хлеба-то дайте больше. Прокощунника, а, да. А что-то не удочек, ничего. Вопрос у меня был по Библии. Давай, да? Нет, ну смысл слух-то батюшка не забыл. Так, Володя, ты возьми журжалку, пойдем отпилишь, я дерево не могу достать. Мне же, если уж не отпилил, а ты его спили, она провода достает. Старый мятежки бегает, второе ударит током.